Северокавказский молодежный форум «Машук-2020» этим летом планирует провести в 11 раз. Он будет посвящен 75-летию Великой Победы. С каждым годом количество участников увеличивается. Молодежный форум «Машук» ежегодно собирает на своей площадке всю активную молодежь СКФО. Каким будет форум в этом году и как пандемия коронавируса повлияет на его проведение, расскажет Руслан Джукаев. Ежегодно молодежный форум «Машук» собирает на своей площадке самую активную и амбициозную молодежь Северокавказского федерального округа. 2019 год стал для форума юбилейным – 10 лет с момента первой смены. За эти года площадки форума стали для участников вторым домом, где они обрели новые знания, друзей и бесценный опыт в разных сферах деятельности и пробовали себя в проектной деятельности. Поддержать наших участников на форум приехал и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. 10 лет округу, 10 лет этому прекрасному форуму «Машук». И я могу, мне кажется, смело сказать, я 9-й раз нахожусь на этом мероприятии, что вы, понятно, вы наше будущее, но вы и наше настоящее. Вы заряжаете нас, руководителей субъектов, идеями, своими мыслями. И дай Бог, чтобы еще долгие-долгие годы у вас эти идеи никогда не заканчивались. С праздником вас! В этом году должен состояться 11-й форум, но каким он будет в условиях пандемии? За ответом на этот вопрос мы обратились к начальнику отдела молодежной политики Карачаево-Черкесии Зурабу Крымшамхалову. Онлайн какой-то формат, где участники смогут там через клиенты видеосвязи подключаться к форуму и там в каком-то вот таком онлайн-режиме его проводить, или же это будет форум проводится в обычном режиме, с присутствием всех участников в офлайн-режиме, но с каким-то повышенным режимом, контрольно-пропускным режимом, где будут тщательно проверяться справки и состояние здоровья участников. Вот. Сейчас пока еще это решение не принято, будем следить за информацией. Мы постоянно находимся тесно взаимодействуем с нашими ставропольскими коллегами и с коллегами из Росмолодежи. Кроме образовательной программы, на площадке форума проводится грантовый конкурс для физических лиц и некоммерческих организаций. В этом году изменения коснулись и его. Для некоммерческих организаций конкурс состоялся в заочном формате, и у участников из нашей республики есть положительные результаты. Однозначно грантовый конкурс будет проводиться. Пока что формат проведения грантового конкурса мне не известен. Пока еще нет понимания, но сейчас нашими коллегами разрабатывается план проведения как и самого форума, так и грантового конкурса. У нас есть информация, что, как и в прошлом году, будет 3 смены. В прошлом году был юбилейный форум, раньше было 2 смены, в прошлом году добавили третью. То есть будет 3 смены у нас, и, скорее всего, на всех трех сменах размеры грантовой поддержки увеличатся. Участники прошлых лет уже успели соскучиться по форуму и запустили флешмоб в Инстаграме, где поделились своими историями, связанные уже с родным форумом. Руслан Джукаев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.